Сейчас все отечественные и зарубежные СМИ активно пережевывают и муссируют на страницах своих изданий тему коронавируса. Сегодня мы решили выяснить, что ульяновцы знают об этой болезни, а самое главное, какие принимают меры, чтобы защитить себя от коронавируса. Многие жители знают о вирусе достаточно. Каждый день смотрят телевизор, слушают радио и читают газеты. А самое главное то, что люди не бездействуют, а занимаются профилактикой заболевания. По телевизору очень много информации идет. То, что нужно, не обязательно температура должна быть. Слизистую нужно анализ брать с носа, с носоглотки. Ну что еще? Какие-то меры вы применяете сейчас, чтобы себя защитить, свою семью от коронавируса? А какие? Нет, никаких мер у нас, нет заболеваний никаких. Происходит заражение, вот, люди заболевают. Какие меры принимаете, чтобы себя защитить? Есть что-то такое? Ну, как говорят, надо сало есть, кашу в перловку, вот. Ну и потом надо соблюдать то, что где лифты. Желательно бумажную салфеточку брать, нажимать, потому что все люди нажимают. Ну, я думаю, так, наверное. Ну, это одна из разновидностей гриппа, насколько мне известно. И, соответственно, меры, ну, борьбы с ним, они такие же, как и при любой эпидемии, конечно же. А какие сами меры принимаются, чтобы себя защитить? Ну, в первую очередь, это личная гигиена, мытье рук. Масок, к сожалению, вот в аптеках нету. Нет. Ну, поменьше стараемся в общественные места выходить. Кто именно вы знаете? Вот что говорят по телевизору, то я и знаю. Больше я ничего не знаю, слава богу. Какие-то меры предосторожности для себя используете сейчас? Ну, вот как вчера Малышева сказала, мойте руки с мылом, поаккуратнее в общественных местах. Ну, вот стараюсь не ходить, но как не ходить? Вот как не ходить? Надо заплатить за квартиру, надо в аптеку, поэтому... Ну, как стараюсь? Вроде бы стараюсь, и в то же время не стараюсь. Это опасное заболевание вирусное, от которого надо берегаться и уберегаться. А как вот вы себя бережете от этого заболевания, своих близких, вот такую вот замечательную девчушку? Стараемся часто мыть руки, чтобы никого-то не заразить, ни себя не заразить. Ну что еще? Пьем воду, не только такую вот прохладную, теплую, горячую воду пьем. Ну и вот и все. Есть и такие люди, кто на эпидемию не обращает никакого внимания, поскольку в Ульяновске ее нет. Ничего не знаю. Обыкновенные гриппы, все. А какие-то меры принимаете, чтобы себя защитить? Да нет, конечно. Какие можно взять меры? Скажите, пожалуйста, что вы знаете о коронавирусе? Ничего не знаю. Ну, у нас в Ульяновске, вот как передали по телевизору, по радио, пока нет. Как представитель молодого поколения, что знаете о коронавирусе? Не разбираюсь вот. Главное, по мнению врачей, не впадать в панику. Также нужно чаще мыть руки, избегать большого скопления людей, чтобы уберечь себя не только от злободневного вируса, но и от банальной простуды. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.